четверг в Самарской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем минус 6, минус 8 градусов, ночью 12-14 ниже 0. Ветер юго-западный, западный 2-4 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, в светлое время суток минус 7, в темное минус 12 градусов, западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем минус 8 градусов, ночью 12 ниже 0, юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем минус 8 градусов, ночью 14 с минусом, юго-западный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 71%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.